Ковер, вертолет, сказочная тайга, как на войне. Эти и многие другие знакомые, пожалуй, каждому песни легендарной рок-группы Агата Кристи исполнили на Камчатке. В краевой столице выступил коллектив из Казани «Мисс Марпл», первый и единственный официальный трибют легендарной группы. Перед концертом прямо с самолета ребята посетили студию «Радио Камчатка», где рассказали о себе и о песнях, которые они исполняют. «Мисс Марпл» мастерски поют не только легендарные хиты Агаты Кристи, но и редкие композиции, которые никогда не звучали на живых концертах. Не самые популярные, наверное, песни, которые, ну, они тоже должны звучать. Мы так посчитаем, потому что, ну, нельзя строить программу. Не совсем популярные, но тоже классные. Да, да, да. Они должны звучать, их люди должны слушать, слышать и открывать для себя, если кто-то ранее не знал, например, такие песни. А есть, наоборот, люди, которые требуют именно таких редких песен побольше, которые устали от попсы, вот от той же сказочной тайги, там, как на войне, и просят там, допустим, «Дворника» нам сыграйте там, или еще какую-нибудь песенку интересную. Трибьют — это музыкальный коллектив, который исполняет композиции определенной знаменитой группы или исполнителя. Участники трибьют-группы посвящают свое творчество известному артисту, стремясь точно передать его стиль, звучание и репертуар. Мы визуально не похожи. По музыке, там, по исполнению, это как бы народ должен, да, слушатель оценивать. Визуально точно не спутаешь. То есть вот начнем с этого. Ну, и мы всегда там на афишах пишем, там, что это, там, мы пишем название своей группы, что трибьют, группа Агата Кристи. То есть не обманываем, не вводим в заблуждение, что, чтобы люди не думали, что они идут там на один коллектив, а по факту перед ним выступает другой коллектив. Ну, такого не должно быть. Это немножечко... Ну и плюс на афишах всегда наша фотография. Мы не, как бы не используем оригинал. Там артистов. Ну, Самойловых, да, мы если мы где-то видим, что кто-то там из организаторов с целью привлечь больше, наверное, да, слушателей, используют фотографии там оригинального состава Агаты Кристи, мы просим убрать. Участники группы «Мисс Марпл» лично знакомы с Вадимом Самойловым и получили от него одобрение на выступление с трибьют-программой, посвященной творчеству легендарного коллектива. Для меня очень важный был момент получить разрешение от авторов. Соответственно, только после того, как мы получили это разрешение, мы начали уже гастролировать, давать концерты. Мы попали на концерт, пришли, попали за кулисы, показали, продемонстрировали, спросили, можно? Можно, все. Группа Агата Кристи стала популярной благодаря своему уникальному звучанию и сильным текстам. Коллектив создал собственный стиль, что делало их музыку привлекательной для широкой аудитории. Ребята из «Мисс Марпл» подметили все тонкости. Искренняя заводная энергетика музыкантов и их артистизм погружают слушателей в ту самую уникальную атмосферу Агаты Кристи, где царят декаданс, вечная любовь, ироничная истерика и чудеса. Любители Агаты Кристи смогли весело провести время в неформальной обстановке, послушав любимые песни и потанцевав. Трибьют легендарной группы они оценили. Ведь когда за дело берется «Мисс Марпл», все проходит отлично. Спасибо!